Первая в России магистерская программа, реализованная совместно с Институтом управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, Университетом Иннополис и образовательной онлайн-платформой «Нетология. Управление бизнес-аналитикой в IT» стартует уже 1 сентября этого года. Первый год обучения – образовательный интенсив, в течение которого будет реализована большая часть занятий, предусмотренных в программе. Ключевые дисциплины – современные проблемы менеджмента, стратегический маркетинг, исследовательский и разведочный анализ данных, академическая коммуникация и многие другие. Второй год обучения – полное погружение в специальность, завершение занятий и прохождение стажировки по специальности у партнеров программы и написание выпускной работы. У нас изначально наша основная образовательная программа, она была связана со сферой IT, и наша научная, проектная деятельность, в том числе и с участием студентов, она в последние годы все больше и больше смещалась в эту сферу деятельности. И мы, с одной стороны, отталкивались от этого, а с другой стороны, видели, что именно сфера информационных технологий является определяющей для нашей экономики, для нашего общества и в жизни каждого из нас. И мы тем самым подошли к возможности и необходимости совмещения той сферы, в которой мы работаем, это менеджмент, это экономика, с одной стороны, а с другой стороны, сфера IT. Дизайн программы, который заключается в формате 1+1, когда один год полностью посвящен изучению теории, и даже в этой теории весь материал, весь контент будет использован от наших партнеров, работодателей, которые в рамках первого года обучения будут наблюдать за тем, как студенты работают, какие проявляют свои навыки, компетенции, нарабатывают их, и впоследствии на второй год они будут за них охотиться. В хорошем смысле этого слова, для того, чтобы приглашать их на работу, и уже на втором году магистерской программе они вот эту теоретическую базу могли использовать на практике и получать уже на втором году заработную плату выше рынка. Магистерская программа подойдет для выпускников бакалавриата в смежных областях, которые заинтересованы в управлении созданием и продвижением цифрового продукта, желают сменить профессию, и джуниор-аналитикам, которые хотят прокачать навыки для карьеры в IT. На сегодняшний день доступных вакансий в Российской Федерации по запросу бизнес-аналитик более 7 тысяч, а средняя заработная плата превышает 130 тысяч рублей. Поэтому данная программа как никогда актуальна и востребована. За время обучения будут получены такие навыки, как анализ бизнес-процессов, сбор требований и написание технических заданий, составление схем процессов в различных нотациях, постановка задач разработчикам и многое другое. Поэтому после выпуска обучившиеся станут настоящими профессионалами, бизнес-аналитиками. А вот это является 5 основными блоками. Да? Бизнес-архитектура, работа с деятельностью, описание деятельности в виде бизнес-процессов, понимание инструментов IT, управление в IT, как управляется IT-команда, и, соответственно, анализ, аналитика данных. Вот этим 5 направлением, вот эти 5 направлений, собственно, и входят в дизайн образовательной программы, нашей магистерской программы управления бизнес-аналитикой в IT. Наша программа будет реализована в сетевом формате. Это значит, что здесь задействован не только Казанский федеральный университет, но и наш партнер университет Иннополис и образовательная платформа «Нетология». Последний год наша команда работала не только над дизайном этой программы, как составить дисциплины в том виде, каком требует этот рынок, но и мы работали очень плотно над контентной составляющей. Поэтому очень долго мы в течение последнего учебного года выверяли учебные планы, их сопоставляли между собой для того, чтобы вот тот продукт, который необходим рынку в форме магистра, который будет обладать компетенциями как бизнес-аналитика, так управленца, так и компетенциями в области IT. Нам это удалось сделать. При работе над дипломным проектом есть возможность выбрать классический вариант – написание магистерской диссертации или выполнить проектную работу с задачами от партнеров программы, приближенными к реальным. И в том и другом случае учащихся будет сопровождать научный руководитель, который поможет в реализации работы, ведущие менторы и предприниматели. Возможность проживания в городе Иннополис во время стажировки и шанс запустить свой стартап – это только минимум, который предлагается в рамках программы. Будем ждать именно тебя. Кристина Отекина, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.